За окном сверкает молния. Теплая прохлада заходит, такая влажная прохлада. Ну, в общем, у меня сегодня диета. Я уже который вечер, вообще сколько вечеров подряд получаю удовольствие. Сижу, смотрю YouTube, ем макароны с тушенкой, огромные порции. Или пельмени обжаренные с лучком, с кабачками. Ну, сегодня надо сделать перерыв. Это сильнейшая штука, я уже говорил, здесь Вальтер Скотт еще вырос у меня. В моих глазах и так он огромный был высоты, тут еще больше. Я уже объяснял почему, потому что удивительные рельефные персонажи, мысль, значит, на огромной высоте. И что самое главное, отношение к романтизму такое, ну, как бы сказать, не упивающееся, а вполне себе с оглядкой. Как он описывает замок Людовика XI и все, что было вокруг, не как какую-то романтическую, ну, вернее, как романтическую живопись, но при этом он и описывает, как это в действительности выглядело. А в действительности это выглядело так, что это замок такой был, у него жуткое укрепление за тремя стенами. Все вокруг фактически было минное поле. Все усеяно капканами, которые... путь между которым знали только люди короля. Это он все сделал, чтобы к нему в замок не пробрались. Вот. Вот такая правда. И как он описывает именно, как выглядит замок, это для меня было открытием. То есть замок был реально укреплением. Три ряда стен. Вот так. Все это Франция. Так, Людовик XI, Франция. Век-то какой век? 15-й. 15-й.